Здравствуйте, это канал Максим Адзы, и это снова модный летсплей по Майнкрафту, и... Какая серия, мы уже забились еще. Я уже сам забыл, какая серия, 20 какая-то там. И, короче, сегодня наверное. Мы намереваемся снова пойти в Сумеречный лес и там побить уже наконец-то эту нагу. Ой, крышкой ты меня подкинул своей. Нормально так, а че нет? И мы в этой серии идем нагум. Да. Вот как печально, что не работает эта команда Keep Inventory True. Почему она не работает? Какого фига? Непонятно. И прописываем так. Ее, пишет, что игровое правило установлено, но тем не менее оно это... Пишет, что типа нет... Ну как пишет, вещи все равно пропадают при смерти. Обалдеть, сколько я тут накопал. А надо будет дальше. Морковки еще возьму, надо же будет дальше все это копать. Так, сейчас я мясо быстро пожарю, потому что. А иначе мы просто откиснем с тобой махом. Потому что надо пожарить мясо. Чтобы можно было хилку успевать делать. Тут ступеньки есть, а дальше пока нет ступенек. Где нету? Да там, да в подземном ходе, который на заднем дворе. А, кстати, ты что там копаешь, блин, уже опять? Да я ничего там не копал, я ступеньки там еще поставил. Так, ну и что у нас здесь? А, вон ты что хотел. Я тут здесь начал ставить ступеньки. Да вот, начал ступеньки ставить, но не хватило пока. О, это что, в шахту, по-моему, или в карьер куда-то? А, нет, не в карьер. Не, зачем мне в карьер копать? А туда я копал, я булыжник просто добывал. Ну тут можно будет засыпать потом это все. Или так да. Бросить. Или как-то начать развивать красиво это все место. Да. В разные стороны, не знаю. Ну что, когда в Сумеречный лес-то пойдем? Сейчас еду дожарю, чтобы было чем хилиться. Так что сначала надо подумать о том, чем ты будешь защищаться. Броня, так, броня есть, меч есть. Еда есть у тебя? А, ботинки надо еще надеть. Едой займись еще немножко. Нет, тут какие-то ботинки были. Вот ботинки. Так, лопаты мне пока в инвентаре не сильно необходимы. Так что пока все это подсместить можно. Так, пока еду можно на первое место переставить. Сколько у нас баранины, оказывается. Конечно. Я же овец убивал. Да, я тоже. Сейчас посмотрим, может здесь где-то что-то есть из еды. Блин, святая пыль, но столько. Надо делать фонарики. Это от 100%. Так, погоди, светопыль у нас есть. Как там говорил, еще фонари какие-то, да? Ну да, из библиокрафта. Кстати, вот эти банки со светлячками, которые у меня дома стоят, они светятся тоже. Так, фонари, фасад морской, фонарь. Я их просто сюда поставил, чтобы просто стояли. Билд, может, куда-нибудь переместим их потом. А где ты из библиокрафта нашел? Я не вижу никакого фонаря. Вон, там есть. Страница 11. На 11 странице светильники. Только 12 есть у меня. Фиолетовый краситель. А тут есть что-нибудь попроще в рецепте? Просто 2 золота надо, я не умею столько выращивать их. Ну есть еще это. Есть серые лампы еще. Из железа и светопыли. Фух, надо будет накапать много ресурсов. Потом. Чтобы крафтить это все. Так, ладно. О, баранина, неплохо так. У меня 20 картошки всего. О, паук. Сейчас отведаешь. Если хочешь, ты можешь положить в воронку. Ой, и сейчас это все у тебя, короче, паук топчет грядки твои. Я его сейчас убью. Я уже сам все сделал. Задолбали. Я не для него это строился. Я для себя любимого это делал.
Для себя любимого, самовлюбленный, какой у нас, да. Это теплица называется. Да. В ней не место монстрам. Осталось только будет определиться так. Я так говорил, в сумеречном лесу лазурита много. Ну да, там есть, короче, башни из обсидиана, и на верхушках у них там лазуритный блок. Все, полетели туда. Давай, все, я лечу за тобой. Так, еда есть. Так, броня есть. Так, я сейчас не понял. А, меня тэпнуло почему-то. Так, Нага. Телепортируюсь к Нага. К Нага. Так, а меня позвать не хочешь? ТПшнись ко мне. Запрещаю, что? Так. А, кирка железная заканчивается уже. Опа, Нага заспаунилась. Хотя я даже не пересек забор еще этот. Ну, готовься, сейчас будет жестко. Сейчас битва жесткая будет. Ой-ой-ой. Блин, она страшноватая. Так сколько у нее хп вообще? Много. Она ни разу меня еще не ударила, как ни странно. У нее 200 хп. Надо бить по голове ее. Ай! Блин! Вот она меня ударила, но что-то не сильно, то она большой урон мне нанесла. Макс, отходи, сейчас я буду с лука дамажить жестко. Давай, ай, блин. Вот мы ее... ко мне. Короче, ее когда это... Ой, блин, она не то чтобы урона наносит, она откидывает очень мощно. Надо бить по голове, и у нее через какой-то периодичность... Ай, блин. У нее с какой-то периодичностью отпадает листва эта червистая, блин. Так. Жратва, стрелы жратва. Стрелы кончились. А, я по тебе, что ли, попадал стрелами периодически? Может, от нее стрелы рикошетят? Ай-яй-яй-яй-яй, блин! Ай-ай-ай! Больно бьется, больно бьется. Нормально. Ой, твою мать! У меня полсердечка. Ой, все. Так я надеюсь, отвлекаю я пока на себя, я постараюсь собрать вещи свои. И надо броню скорее. Ах ты! А, она блоки ломает! Да, она ломает блоки, но, но она не покидает пределы этого. Убежища своего. Пределы арены не покидает она своей. Ну мы ее почти победили, я хоть блоков зафармил. Уже половина хп снесла с нее, да. Мы ее уже нормально так дамажим. Она тебя не убила еще? Так, надо... Нет, мне отхилиться только надо, необходимо... Воу! 80 обалдеть, меня... на блоки выламывает. Два сердечка, погоди, я... А чё она не бьется? Она заглючила, что ли? Ай, 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 больно бьется. Ай-яй-яй-яй-яй. Она больше меня бьет, чем тебя, по-моему. О, у нее уже мало листвы, смотри-ка, осталось. Я вижу. У нее длина уменьшается. 50 хп у нее осталось. Да. Два сердечка, погоди, я хилку хочу произвести. На, поддыхай, пожалуйста. 9, 5, 2, 2 хп. Ура, я ее убил. Это я ее убил. Ну ладно, вдвоем. Ты посмотри, что в чате написано. Загасили мы ее, фуф. У меня тоже достижение это дали, так что мы оба с тобой. Выпала это, голова Наги выпала. Во. Фуф, мы ее хоть залутать смогли. А, ее можно надеть, ничего себе. Ладно, я буду ходить тогда с ней. Данил, кстати, так же... Нифига у меня мусора в инвентаре. Кстати, в более старых версиях, кстати, головы из сумеречного леса надевать нельзя было. Надо бы разгрузиться где-то, здесь я думаю. К счастью. А тут есть где-нибудь сундуки какие-нибудь? Нет? Есть что-нибудь ценное? Нет, вроде тут нету ничего, никаких сундуков. О. А как насчет пойти сразу же тогда в замок сумеречного лича? Погоди, давай хотя бы это...
Я баранины здесь хочу накопать, да. Просто погоди. Следующая цель — это замок Сумеречного Лича. Сумеречный лес, он тоже как бы не сильно такой. Но там, поскольку это замок, там можно будет найти уже реально полезных вещей. Там много сундуков так, будет. Я предлагаю сгонять до дома, чтобы разгрузить ресурсы. Согласен, но у меня ресурсов-то немного. У меня весь инвентарь ими забит. Мы с тобой вдвоем победили. Точно до портала? Мы, кстати, с тобой вдвоем... Ты точно до портала? А, да, сейчас. Мы с тобой, кстати, вдвоем, поскольку победили нагую эту, но трофей-то как бы один на двоих. Я телепортировался к порталу, давай ты пышкайся. Сейчас это... Напишу. Трофей наги один на двоих, у кого трофей-то ставить будет? Да без разницы, у тебя оставь, я не хочу захламлять этот дом. Ну ладно. Не матерись только. Что у тебя там такое? Вот зачем ты эту коробку построил? Меня обратно в сумеречный лес закинуло. Не знаю, меня не закидывает. Я тут крышница только пошел, у меня... Аккуратно ходим. А, нет, так слишком торчать будет. А, я придумал, что я в той комнате сделаю. Я как раз комнату для трофеев сделаю. Ну, можно и так. Первый... Боже, сколько ресурсов здесь сейчас. А, вот, все поставилось, отлично. Факелы на зарубу. Сколько ресурсов. Поставить. Так, есть что уже. Так, первый трофей. Там стоит. Комната трофеев-то будет. Так, комната трофеев? Ну да, на втором этаже комнату трофеев сделал я. Ну чё, сколько уже эта серия длится у нас? 11 минут. Всего. Ну, чё, мы в замок Лича еще успеем сгонять. Я говорю, что за 11 минут мы успели ее победить. Хотя ее там что, с полтычка мы ее почти вынесли. Да мы быстро ее вообще убили-то. Так, забор. Ладно, погнали дальше. Наверное, сейчас. А ладно, потом так. С этим разберемся. Все, полетели. Сумеречный лес опять? Да. Да. Точка наличия у меня стоит. Так, я тпшнулся к замку Лича. И тут, кстати, довольно-таки рядом находится этот... Дерево с темным гастом неподалеку, кстати, находится от него. Так, блин, что у тебя голова на полэкрана? Я вижу. Вот он, замок. Сейчас перекусить надо сначала. Так, как будем входить? Я уже начинаю входить. А, ясно. Из некоторых блоков, кстати, из этих может чешуйница вылететь. Из кирпичей. Что-то много зомби ко мне идет. Наверх без меня пока не ходи. Босс на самом верху. А, без тебя? Ладно. Да, блин, что так много зомби-то? Идите нафиг. Так, я где-то в башне какой-то застрял. Опа. Ну да, есть там такие мини-башенки. А, все, все зомби. О, летающая книга. Летающая книга. Летающая книга, которая дает замедление. Боже, я убил летающую книгу, и меня бьет скелет. А еще одна летающая книга. Да сколько их здесь, я не успеваю просто инвентарь перещелкнуть на другие блоки. Что еще одна так... летающая книга, да что ж такое, а? Что за что летающая книга? Делать, это как вообще понимать-то, а? Да блин, ну, надо... Это, там спаунеры есть, надо уничтожать спаунеры. Ладно. Да, в замке есть спаунеры, их надо уничтожать. Если мы хотим выжить с тобой. Так, это что сейчас было? Ладно. Это ты дыхнул, что ли, на микрофон так? Да. Так, ладно, сейчас надо блоков накопать, чтобы их перегораживать. Так, я успевать. Светил спаунер. Ай, да что ж такое. Я успел спаунер осветить. Теперь из него не будут больше выходить эти... Я застреваю в блоке постоянно. Ну, нефть. Нефть, прикольно. Ну, дайте мне скелет этого убить, а. Это что так? Что это так, такое походу... мне выпало?
А я, кажется, понял, в каких блоках находятся чешуйницы. Те, которые долго ломаются, Макс. Наверное. Что это такое? Спиральные каменные кирпичи. Обалдеть. Откуда это у меня взялось вообще? С кого это? А это я вообще скидывал. Ты, видимо, случайно подобрал. А, это твои. Я думал, это здесь где-то нашел. Давай наверх, быстро. Я пока картину тырю отсюда. Тут сундучок есть, подожди. А ну иди сюда. Я сундук хотел посмотреть, который там да, был. Да там пока не до сундука нашего. Меня сейчас, подожди, меня сейчас опять убьют. Надо, надо, короче, факелами освещать спаунеры. А где факела? Дайте мне до спаунеров добраться и прекратите нашествие зомби. А, здесь спаунеров нету, здесь просто очень темно. Вот именно, что там очень сильно темно, вот и все. Там зомби постоянно спаунятся, поэтому. Да, есть вот такое. От ударов книги вот этой летающей уклоняться нужно. Ой, ой, их много тут. Кого? Короче, мне до тебя не, мне до тебя не добраться, меня монстры окружают. Так что не приказывай мне наверх идти. Я не приказываю тебе пока что еще. Я вообще сундук хотел посмотреть. Ты говоришь, нет, нет времени на это. Давай сначала попробуем пройти до верха. Потом этого лича завалим, мы уже проверим, все сундуки обшарим вместе. Ай, летающая книга. Это что такое? Летающая книга здесь умеет лазать такое по лестнице. Обалдеть. Блин, факела остались внизу. Ай, 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 я застрял. Откуда здесь паутина вообще? От паука, наверное. Да блин. Я что-то не припомню, что здесь паутина просто была. А, да блин. Здесь ничего нету? Здесь хотя бы я не умираю в лаве, тут вещи. А, и маленький зомби. Откуда маленький зомби? Неужели, опасно, неужели тут был этот... Ой, еще один маленький зомби. Неужели здесь... Макс, у тебя сколько хп? Ты тянешь постоянно вечно. Я прям вижу. Что за том смерти? А, это летающая книга. Видишь, какие тут проблемы. Меня тут бьют все подряд. Я тут... Я застрял и вообще не могу это. Меня бьют маленькие зомби. А еще эта книга летающая замедление сильное дает. Так, не тот. А, вот все, нашел где. Где факела-то мои? А, вон он, спавнер, я их вижу. Ай, да блин, а. Задолбали. Хорошо, что здесь нет этого дождя отвратительного. Я в блоке постоянно спавнюсь. Какого фига? Быстро, быстро. Подожди ты. Фух, я смог. О, книга, книга с пером. Вот книга с пером вещь интересная, но не знаю, правда, что он. Неужели мы будем книги писать? Факела, факела так и не... Опа, два скелета упало сверху. Похоже, так, спаунер придется уничтожить этот. Так, кирка. Вот факела где лежат мои. Куда? Факела куда мои пропали? Почему я бежать не могу? Не знаю. Я тут все еще внизу застрял, я пытаюсь факела свои найти, который просрал я. Мощно. У меня угля нету, случайно? Нет, угля нету. Можно картины, кстати, собрать. Я уже пособирал. Я наверх пойду тогда, да? Опа. Сундука нету здесь, понятно. А, им то есть не до меня, да? Наверное. Мне, да, мне нужны факела, я просрал факела. Там мобы просто между собой разбираются, Макс. Ну и отлично. Мне бы... Вот только мне нечем освещать дорогу. Обалдеть, они падают. Падают просто сверху. Мне нечем вообще идти. Мне просто темно, и я упал в дырку. Вообще нечем дорогу освещать. Фига там вообще потно. У меня факела просто пропали. Макс, дай...
Забейте на эти факела, я уже там Тут очень темно, как я пойду туда без факелов? Я уже убрал спавнер, не переживай. А еще я просрал картошку свою. Да ничего страшного. Мне нечего жрать теперь. Баранина сырая только есть, но сырую то я что, есть буду, что ли? Рыбал. Надоел. Пошли вверх. Сейчас. Я надоел? Ты уже добрался до верха, что ли? Они похожи. Ёпарси, да как он дамажит. А, вот, уже вверх. Он дамажит. Да иди ты сюда быстрей. Тут жестко вообще, иди сюда. Надо по щитам золотым бить его. По щитам? Ай! Они со временем уничтожаться будут. Когда щиты пропадут, тогда его можно будет спокойно убить. Босс-скелет, блин. Король скелетов, блин. Сумеречный лич. Я вообще как-то пытаюсь здесь сейчас не подохнуть сразу. Если чё, по этим чёрным... Ай. Личам можешь вообще не бить, ты вреда им никакого не принесешь. Ай, нифига не дамажит жестко вообще. Так, у тебя еды нету случайно? Макс, я... Быстро в башню, быстро в башню. Да так, что я в домике, я в закрытой. Да среде? Почему я все время появляюсь в этот... В блоке. Какого фига я в блоке постоянно спавнюсь? Так, у меня попались на меня. А меч, судя по всему, где-то наверху мой остался. Мне нечем мутузить его сейчас. Так, зомби, иди в жопу. Мне не до тебя сейчас. Мой меч наверху где-то остался. Ты это, куда ты меня тпшнул? А ты где был вообще? Ты зачем тпшнул меня? Алло? Ну, чтобы ты наверх поднялся. Я наверх как раз таки шел. А ты меня заспавнил в башенку какую-то вообще. А где? А меч мой пропал. Может, ты меч мой подобрал? Ага. Сейчас бы. У меня только железный меч какой-то есть. Да блин. Это тоже мой, наверное. У меня железный меч тоже был. Да какого фига я в блоке спавнюсь постоянно? Опа. Блин. Железный меч, говоришь? Иди, иди сюда, дай мне железный меч. Дай железный меч мне. На. Это мой железный. На, вон. А алмазный меч, похоже, просрал. Я не успел его подобрать вовремя, и он теперь исчез. Ой, я понял, как с ним драться, с этим придурком. С каким? Зарплан. Я-то знаю, как с ним драться. Надо бить по нему, пока у него не исчезнут щиты. Когда они щиты исчезнут, его спокойно можно... Ай, блин, нифига он снес на хп сколько сейчас за раз. Сейчас полпичка меня выносит сразу. Когда у него исчезнут... О, у него два щита осталось. Когда у него исчезнут шуты... Щиты. Вот эти тенистые... Вот эти черные двойники его исчезнут, и он начнет спавнить зомби. Да уж, с такими вещами идти на него, ну это как-то было немного опрометчиво, я хочу сказать. Поверь мне, тут все равно как-то легче, чем в аду. Так, я буду сейчас пытаться тебе помогать. Ай, не попадайся мне под руку. Опа, давай. Да что ж такое? А, это ты меня убил. Опа. Ты почесал меня по затылку немножко этим мечом. Эй, я возродился ровно в дырке. Блин, я вообще упал. Блин, так. Опять я в дырке возродился и упал. Пошел в жопу, скелет. Мне надо за мечами вернуться, не дай бог, еще и железный меч-то сейчас исчезнет у меня.
меня осталось полсердечка и... А, вот железный меч. Опа! Вот, вот, это те самые зомби, про которых я сказал. А, черт! Это не просто зомби, это слуги лича. Они, у них даже, они даже немного другие по цвету. О, это что за... А, это твои поножи были. Не дай бог, я сейчас опять в дырке появлюсь. А, нет, не появлюсь. Но я появился в блоке и не могу выбраться из блока. Я застрял в блоке и не могу из него вылезти. Ты тоже... Давай тяпайся. А зачем давай ты... тяпайся туда быстрее. Зачем ты тпшнулся к порталу вообще? Я не тпшился к порталу, меня убили. Давай туда тяпайся быстро. Я застрял в блоке и не могу вылезти из него. Так, креативный режим придется включить. Ай, я упал очень сильно. Так, ладно, сейчас очень быстро думаем, что, когда и как делать. Придется играть в режим, потому что я постоянно в блоке оказываюсь. Так, ладно, мы оказались один на один брошены на произвол судьбы. Ладно, мне придется самому сильного моба. Не матерись. Ладно. Да что ж такое, а? Ты сейчас тпшнусь и опять в дырке появлюсь, да? В блоке. Почему я нормально тпаюсь почти всегда? Я в дырке постоянно. Я постоянно то в дырке, то в блоке. О, реалмитовый меч. Это твой, который был. Это мой. Я его использую, пока тебя здесь нет. Да что ж такое, а? Давай быстрее туда обратно тпайся. Да блин, о! Да что ж такое, он больно бьется. Но у него не. А, но господи, у него хп там. Да блин, я опять в самой дырке возродился и умер. Упал. Какого фига? И я в блоке опять появился. Ах, я в блоке. Что ж такое? Почему мы в блоках появляемся? У него мало хп, его допинать надо. Его надо допинать, у него. Мало хп осталось. О, я знаю. Шлем я одену. Так, окей. Зомби, 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 иди в жопу. Ой. Аккуратно, я с тобой. Твои друзья рядом с тобой. Он с одного удара убивает практически. Блин, 9 хп у него осталось. Макс, буквально пол тычка ему осталось. Ой. Только бы не в дырку. Один хп, блин. Последний удар твой, похоже. Блин, да блин, я опять в дырке возродился. Ну-ка, что там с него выпало? Так, я... Макс, ты... Что? Что я не так сделал? Чё ты злишься? Ура, фух, всё. Так, и лопата это вроде моя. А, нет, это твоя лопата. Блин, я в дырке. Нет, это твоя лопата. А вот, так, это, а вот это... А, так, а меч это мой. Так, еда где моя? Чё с него выпало? Я собирал. Чё выпало с него? Я не знаю, я сейчас пытаюсь всё сначала собрать. Так, погоди. Моё... Так, это не моё, я не знаю. С него золото должно было выпасть, и его голова, естественно. А, только башка его выпала. А ещё посох выпал ещё вот этот, который у тебя в руке. Капец, половину инвентаря потеряли. Да, и самое главное, я просрал алмазный меч свой. О! У меня только еда одна осталась. Два эндер-жемчуга пригодится. Ой, нет, стрелы мои. О, смотри, идет дождь, я урона не получаю. Неужели баг прошел все-таки? Наверное. Да, наверное. Тырю картины. Блин, а куда все еда делась? У тебя еды нет случайно ли? Я... Это вот баранина твоя. Да твою ж налево, а! Я тебе скинул баранину, ты куда ушел? Сейчас, погоди, приду. Ладно, забираю где баранину. Где ты её скинул? Обратно верни, пожалуйста. Ну что ты убежал, ты сразу не забрал, а? Ура, фух, а теперь надо пошариться немного по замку и... А, о! Факела вернулись, или это твои были? Это мои, у меня 3 штуки. Да что ж такое, а? Ладно, будешь помогать освещать дорогу. Кирка моя. Чё, 8 штук осталось из 30. Кирка пропала, мне нечем копать.
А, и пойдем вместе. Ты где вообще? Ты куда постоянно тэпаешься? Никуда я не тэпаюсь, а здесь. Надо замок осмотреть, там сундучки могут быть. У меня нету кирки. Мне нечем копать. Не переживай, сейчас решим вопрос. А зачем ты тут копаешь? Не спрашивай, зачем, просто смотри. Пауки что-то эти не могут туда вообще пройти. А этот нагрудник золотой, с него выпал, я так понял. Да фиг знает, кто откуда выпал. Кто-то откуда-то, в общем, выпал. Вот и получилось так. Так, может здесь есть какие-нибудь проходы? Да не-не-не-не-не, тут именно должны быть... О! Пошли за мной. Вот, а, нет. Да не, вот тут, нет. Да не, вот здесь. Вот здесь, если прокопаешь, вот если туда прокопаешь, там может быть. Ну куда ты? Ну, пошли на твой страх и риск. Там пауки, правда, везде вокруг. А у меня нет факелов. Так. Факелы, факела у тебя есть. Давай сначала разберемся с пауками, потом будем с факелами разбираться. А, я факела могу вот эти взять. Сначала здесь, правда, станет темно, но тем не менее. Давай разберемся сначала с пауками. Сначала с пауками разберемся. Подожди. Я хотя эти факела возьму. Все. Ой, чуть не провалился. Хотя бы эти факела я возьму. И вот эти, и этот. И что здесь ты хочешь найти в этой башне? Тут где-то тут могут быть сундуки. Но здесь, похоже, зеленый паук, надо убить его. Мне нужно убить одного паука. Я хочу душу его взять. Я уже взял его душу, так, чешуни. Я тоже хочу взять душу. Не тот блок. А, так, понятно, в принципе, неудачно было решение сюда копаться. Да блин, уберите кто-нибудь паутину над моей головой, а. Так, все, валим от седова. А чё он, как... А, ладно. Да дайте мне допрыгнуть до него, а, задолбал. Здесь чё есть? А, здесь просто маленькая башенка. Так... Да вроде бы это такой же паук, просто зеленый. Здесь, в этом замке и по-любому могут быть сундуки. Надо пошариться немного, посмотреть. Пока скелет не трогает. Нет, он меня все-таки трогает. Главное, чтобы он меня не с лестницы с этой не сшиб. Опа. Откуда? Это что такое? Как мне спуститься сюда? Опа. Нет здесь ни шиша. Я тут пытаюсь что-то найти. Что-то тут я вижу. Книжные полки вот тут есть. Но сундука тут нету. А здесь? Может здесь есть сундук? Сундуки здесь точно могут быть. Это я точно тебе говорю. Может здесь? И здесь нету сундуков. Да что ж такое? Может, в замке в принципе нет сундуков? Нет, они должны быть. Я помню, были сундуки, когда я играл. Да иди ты сюда! Лучник, блин. Сейчас. Зараза, метка, иди сюда. Я сначала найду выход. Я сначала выход отсюда найду, блин. Как бы... Блин. Ого, не думал я, что я с такой высоты разобьюсь. Сделал ХП, тут разобьешься, что нет-то. О, пуль, цветочный горшок заберу. Так, ладно, думаем дальше. А тут же лестница вот это была. Думаем стрелы, дальше. Вот это и вот это. Может, так, где-то какой лестнице нам надо спускаться было изначально? А по каменной или по деревянной? Да, это не важно. Уже не важно. В этих, да, местах сундучка нету. О, я заполучил этот. У меня посох сумеречный есть. Им можно стрелять. Я его тебе скинул, кстати говоря, если так-то. Вещь. Не видел? Неплохая вещь. О, ты там где-то ходишь, бродишь, что ли? Ну да, я пытаюсь ходить. А меня не хочешь подождать? Ладно, ходи. Хочу тебя ждать. А башню. Где. А. Факелов нету. У меня кончились, что ли, факела? Это, блин. А это куда? А это просто маленький башня. Мне кажется, здесь ничего нету. Ну, могут быть в каких-то комнатах. Я не вижу здесь смысла дальше шариться, можно уйти отсюда. Вот, жаль, мне нечем копать стены, у меня нету кирки. Там я уже был, здесь там немало сундуков.
Здесь есть лестница какая-то, может там сундуки есть. Не знаю, может быть. Итак, мне бы через паутину из эту пройти. Тут слишком много паутины, я из-за нее пройти не могу. Тут есть какая-то лестница куда-то ведущая. Да, блин. Чувак, я ничего не вижу из-за тебя, подожди. Я тоже из-за тебя ничего не вижу. Здесь тоже опять ничего нету. Здесь одна паутина, ничего нету. Пустые комнаты это, в общем. Прокопайся. А, ну ладно, ты уже спускаешься. Не буду. Ладно, ладно, давай выходить из этого замка. Что-то тут я не. Что-то тут, по-моему. Что-то сундуков я тут не нахожу. Что-то как-то слишком сильно пусто здесь. Да. В этом замке что-то сундуков нифига нету. Я бы сказал, здесь вообще в принципе ничего нету. Да, а надеюсь, если... что вот когда мы в замок Гаста доберемся, там точно что-то. Там сундуков, я думаю, точно будет много. Так, все проанализировали. Оба! Сахарный тростник? Вот это. Да. Он нам понадобится. Светлячков надо собирать мне. Хорошая альтернатива для факелов. Светлячки. А, я же могу стать птичкой и собирать светлячков. Так, птичка. Я буду сейчас светлячков собирать. Цикады вот эти вот на деревьях растут, на этих. Опа, золото нашел. Ну что, поздравляю. Золото? Где ты золото нашел? Уже нигде. В виде руды я его нашел. Так, это что за... Это не надо. Блин, мне бы лазурит бы найти, уже было прекрасно. Лазурит? Тут где-то... Это что, нефть, что ли? Это нефть. Обалдеть, откуда здесь столько нефти? Оттуда. О, промахнулся, слава богу. Так, мне нужно стать обычным и убить этого. Похоже, действительно, с дождем это баг был. Потому что сейчас я урона не получаю. Да, это действительно был баг. И то, что я креативный режим использовал, это было оправдано. А сейчас я зайду в дом скелета-друида и убью его. И посмотрю, есть ли у него полезный. Подожди. Оп. Это дом друида вот так выглядит, что ли? Да. Они... А где ты говорил? Так, мне нечем копать, мне нечем ломать спавнер, сделай это ты. Спавнер? Да. А спавнер... где спавнер у него? Да вон здесь? Наверху. Они появляются. Чё ты слепошарый такой-то? Пожалуйста, убей их, и я телепортанусь, блин, и вещь себе заберу. У меня полсердца, блин, подожди, мне не до этого. Ладно. Ты не сломал спавнер? Гаси их, пока можешь. Я пытаюсь это сделать, я сейчас это делаю. Все готово. Здесь ничего интересного нету, в принципе. Да, похоже, этот пустой дом. О, зачем тут... только... Это я заберу. И что вот заберешь? Тоже. О, карта точно мне пригодится. Бумага, не знаю. Так, по-моему, здесь же подвал, да, у них есть? Это у них, да, подвалы есть. А, прикол, железо. Ну, железо... Нетипичная вещь. Типичная, в смысле. Короче, вот этим посохом, который ты мне скинул. Слушай, я могу... я здесь руду нашел еще. Я могу это... стрелять, я могу... Ну-ка, протестируем на кабане его. На, нафиг. Я нашел олово. Он хороший урон наносит. Но у него... А я олово нашел. Но 93 заряда у него осталось. А я олово нашел. Короче, этот посох очень понадобится мне. Кстати, 40 минут уже почти серия идет. Я предлагаю заканчивать серию. Да. Вот там темный этот лес идет.
Но туда, к сожалению, нам рано. Хотя я бы хотел к башню Гаста слетать, но... Ну да не. Это будет в следующей серии. А то за одну серию это будет как-то много. Кстати, ну-ка, я птичкой стану по-быстренькому. И тут где-то, тут же где-то рядом эти лазуриты. Обсидианный лазурит был. А, вот, вот, я нашел один из них. Только мне сейчас, нечем подожди. Его копать. Мне его копать нечем. Это... Да вот, 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 вот. А, вот. Мне нечем. Ну мне нечем копать его. Не ссы. Сейчас все решим. Мне надо вернуться домой, чтобы сделать себе новую кирку. И придется снова искать алмазы и меч себе из них делать. Блин. Оп. А если я упаду с птичкой, она умрет или нет? А, нет, птичка не умирает. Знаю, проверь. Птичка не умирает, если... Не, если падать за нее. Ну что ж, неплохо. Вороны есть. А, ой! Я в обычный мир. Блин, ворона слишком... слишком ворон слишком мелкий. Для меня. Так, я-то... Давай топчемся в обычный мир. Я поставлю второй трофей и закончим на этом, действительно. Я уже все. Тушеные грибы. Типа-типа грибы, типа-типа грибы. Да хрен с ним. Короче, домой топчусь. Гангста. Ну что ж, неплохо у нас так, неплохая серия получилась. Мы победили Нагу, мы победили Сумеречного Лича. Правда, я просрал алмазный меч свой при этом. Но тем не менее. Ты из моего дома решил их убивать? Ну ты каков молодец, а? Иди с прохода хоть. Подай. Ну какой уйди с прохода? Я в свой дом вообще-то захожу. Ты что, охренел, что ли? Я уху не ел. Ты что материшься? Ты... Я говорю, я не ел уху. Ты сказал... А. Б, тоже витамин. Так. Блин, столько ресурсов не нужно. Уже два трофея мы с тобой раздобыли. Чего раздобыли? Трофея. А, два трофея, это ни о чем сейчас. Блин, а где моя кровать? У меня кровать была белая. Где она? А в сундуке лежит у меня. Нету. Как, а, у тебя? Как это нету? А, да, у меня. Я же говорю, я забрал эти кровати, думал, они тебе понужны будут. Где эти кровати? В золотом сундуке. Ладно, возьму хотя бы... А, вот все. Возьму одну для начала. Пойду жить в другое место от тебя подальше. Ты меня расстроил. Интересно, чем же? Я пока здесь не придумал, как будет все. Надо будет еще лестницу, кстати, сносить, перестраивать. Ладно, на сегодня все. С вас и подписался с нас личные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, влога канал, вступайте в ВКонтакте. Хорошая была серия. И всем пока. Пока.